метр, километр 200, нет еще. А кто там, лавка, Хаммер? Справа, справа. Этот спускался, снайпера, на квадрике, на то, что я. Ага, понятно. Если бы лавка нас уже похоронили бы. 320 за холмом. Я понял, лучше не высовывайтесь, если это лава. Вот она, лавка. По-моему, за таким типа контейнером слева от домика. Нога там вроде как была. А ДКП слева от дома, там такая будка, типа, не на контейнер туда. Похож. Смотри, туда? Ну, ближе, прям под самую будку. Ну, типа того, да. Во-во-во, он упал, он был за ним. Контроль не дал. Сейчас он, походу, выбивает ее. Давай, давай. Ладно, чтобы не промазал. А там, смотрите, справа от лавки пех вражеский бежит. Спускайтесь тоже. Да, да. Блин, она поехала. Вам едет, парни, по-моему. Слушайте, она едет туда, где мы первую выбили. Прям на ту же гору. Я понял. У нас на ДВ никто не отвечает, поэтому воюю. Я слушаю, что они говорят. Они говорят, с востока зашли. Я понял, лавка на метке скотов сейчас заедет на холмы. Надо, чтобы там РПГ шли. На горе 80.
У вышки? Два человека, враги. Да. Да, вижу, вижу. Три, даже четыре. Там четверо, там дохуя. Вышка туда. Актер есть у Г? Да погоди, там лавка в триггере пускала. Лавка в триггере, я бегу. В смысле? Не с одной стороны. Я займусь ей, я займусь. А, хорошо, хорошо, кто-то дал еще. Спешились. На юге еще одна. Все, выбил лавку. Но... лавка врывается, но прям на скорости. С пехоты он прилетит. По мне с горы стреляли. Актер, ты одного убил, Мехода? Второй, по-моему, выбежал. Второй убежал, да, второй убежал. Что катается? Это лавка? Бля. Забыл город. Точка 23. Если мы раскинули, пехи будут высаживать. Пехи высадились. Да, лавок нет, там три пеха высадили. Дал грена туда. Минус. Все, всех убили. Помощь не нужна, норм. Свои, свои, свои. Убивай. Коротко. Я весь перебитый, переранен, поэтому. Я вот у тебя там охрен что. Из жамеров. А вот это хорошо стоишь их или нет? Я вот его уже взял. Те, к нам приехали, я нас двигаю. Я не на то ушел. Подвигайте меня. Дал метку, вот тут таймер 100%. Я понял, ну убивайте. Блять, там много. Одного убил. Второго убил. Так, я шишу, вижу, не дам ее выйти. Кто это стреляет вот это? Кто с трубой скинет? Скиньте трубы все нафиг. Шайтан, вот труп, который на вышке слева от него, или даже за ним. Пока не могу. Глушитель вражеский, да, точно? Да. Моя ты. Моя. Кто по мне работает сзади? Не мы. Сзади откуда? С моего берега или нет? Да, да, с твоего. По мне работали, вот тут дал метку сзади, на западе. Понял, пошел. Смысл, свежий твой? Да. Отпеки, пеки под огнем. Я его знаю, где он, секунду, живи. Снайпер пишет, пишет нож. Еще минус один. Что за гранат? Моя. Там труп на нем, амер. Все, сейчас стреляй. Да-да. Я не вижу, но он сверху с дома стреляет, это точно. Сейчас будет убивать. Пуск? Это понимаю. Убил его. Ага.
нему пошел, да? Я у него рядом, кто-то еще есть. К нему кто-то. А кто к нему подходит? Ты видишь? Свой, нет? Я не знаю, я тоже иду туда. Кто-то прям в доме ходит, не пойму кто. Я подхожу, держи его. К дому? Да, за тебя. Запада. Кто-то в доме есть. Я тоже подхожу. Я зайду. Убил, ламер, на первом этаже. От церкви по нам висит. Душа, кто? Я, по 50 на церкви, враг, со смалом. Два бегут. Бел. И на церкви смотри, мальчик может уладить. Кто работает? Кто работает? Вейкер, ты работал? Здесь союзник какой-то, короче. Ну, наш, да, ты точно? Да. Смотри, смапщик на церкви был. Смотри, свои там, ну, я смотрю, да. Он на подавление, если что, просто по нему шараш и все. Он убежал. Понял. Я сближаюсь туда. Я только северо-западную часть есть, что смотрю. Еще минус. Все, последний. Вижу мрапы, три мрапа. На востоке едет по дороге. Основная дорога, которая на востоке от нас. Типа вот такие вот, смотри. Смещаемся ближе к триггеру, да. Если оттуда едут три мрапа. Не там, смотри, вот там. Поставил метку, где они встали, все три мрапа. На лабе. Еще один мрап должен быть, командирская машина, осторожно. Смещаемся ближе туда, к этим мрапам. К триггеру мрапы подъехали, осторожно. На восток все смещаемся, быстро. Что, я там слышу, ты работаешь? Да, я работаю. Еще один, да, он завелся. Сильно далеко на восток не уходите, просто встречаем. Убер от нас на с востока на север не спускается. Смотри, 50-40. Смотри, метку на отделение дал примерно. Под огнем. Отступаю. Ушел, все нормально. Уходите потихоньку. Сейчас. Я посмотрите метку на врага поставил, на отделение, она точная?
там они или нет? Да, два мрапа едет по дороге. Причем там, там КС, КС по дороге едет. В сторону триггера едет по дороге в этот раз. Не вижу их, честно говоря. Ломайтесь, там этому мрапу поднялся, все ломайте, Лавка тушит, по-моему. Да нет, это бэха работает. Значит, бэха лавку. Что-то махнуло. Кто-то впереди есть серпов в елках. Метров 50. Могут, но я не видел, что кто-то пробегал там из нас. Азимут? 310. С биноклем кто-то пытается. По-моему, враг. Они сидели в горке, по-моему. Там враг, впереди, парни, парни, впереди враг. Только руки из елки торчат за биноклем, не пойму. А может коричневый не видно? Коричневый, чё? Это враг, это враг, это враг. Метку киньте потом. Сейчас, сейчас, сейчас. Дал, дал, дал. Ну, русская каска, 100%. Живой? Мёртвый. Русский? Да, русский. К нам в спину сейчас будет заходить 100%. Откуда? С этого, с северо-востока, с востока. Который лавку выбили. Да, могут через Ордону. Их через Ордону, да? Что за отряд? Скаты. Они знают, что мы тут идем. Коротко живая, да. Сейчас подойдем. Гришина. Бордон, это южный город.
Они, короче, в Гришино смещаются, говорят. Понять бы откуда. Походу с северо-востока. Да-да-да, скорее всего там где-то. Али сказали, он типа сильно южнее был от них, этот чел, которого я убил. Там у них некоторых вообще плохо слышно, они где-то далеко. Опа. Из города работает. Он отходит за мной, я вижу. О, нет? Ну да. Пошли. Гришин работает. Примерно дал две, не знаю, за какой я бежал. Шлитан живой? Да-да-да. Пасхалка от дрона. Давай кустики прощем немного. За забором это или где? Нет, это внутри триггер. Это семерка была. По кому сейчас хорошо? Я ему в голову попал, может служить, конечно. Спалил. Слышу их КВшкам, сказали, что видят меня в башне. БТРК, возможно. По нам БТРК, ё-моё! Изи пережил. Живой? Да, нам. Ну, вот попал. Спускаюсь. По мне стреляет. Ты работаешь? Тикер какой-то. Тикер. Вражеский. Да, вражеский. Не пробьешь его так, не пробьешь. Отойди от него. Красавцы. А чем мы Б хоть теперь убивать будем? Есть еще трубы. У меня есть.
заборе на востоке, за забор. Хаммер какой? Пусть FNX и ПТРК потушат. Давай ментовку зачистим, оттуда осмотримся. Блин, прям по центру. Минус один. Я тылы прикрываю. Тут калаш с оптикой. Я вон дверь закрыл, осторожно. Ты его возьмешь, граф? Грену дал просто на всякий случай. Пожарки все остались. Да-да, слышу, пожарки. Уверен? Да. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.